Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. В этот раз мы проведем розыгрыш не во время стрима, а прямо под этим видео. Во время стрима только подведем его итоги, хотя смотреть стрим для получения призов будет не обязательно. Я решил для эксперимента изменить формат наших розыгрышей, так как не всем зрителям нравится смотреть мои стримы без голоса. А затаскивать кого-то на стрим только лишь ради розыгрыша я не хочу. Насчет стримов я уже говорил ранее, что пока они идут в таком формате по объективным техническим причинам. Может, когда-нибудь ситуация поменяется. Но лично, на мой взгляд, и в таком формате есть свои преимущества. В частности, можно спокойно посмотреть бои, без лишнего шума пообщаться в чате стрима и так далее. Но я понимаю, что многим такой формат может не нравиться. Поэтому в этот раз розыгрыш будет по комментариям прямо под этим видео. Главный приз розыгрыша – это подарок от разработчиков зрителям нашего канала «Линкор Джузеппе Верди». Напомню, что корабль поступит в продажу 23 числа за 19 300 дублонов или в премиум-магазине. Начисление корабля победителю розыгрыша будет, скорее всего, 24 числа или позже на несколько дней. Корабль лично мне очень понравился. Финальный обзор его вчера вышел на канале, и сейчас на фоне у нас идет его фрагмент. Ссылка перед вами. Я уже посмотрел тут разные мнения под разными источниками. Кто-то этот корабль хвалит, кто-то не очень. Я же свое мнение не навязываю, но сам считаю Джузеппе Верди одним из лучших премов в игре, как по интересу от игры, так и нагибу. Кроме корабля мы разыграем две пары контрибьюторских кодов, из которых рандомно может выпасть уголек, особые сигналы, свободный опыт или даже премиум корабль 8 уровня. Премиум корабли, между прочим, из этих кодов падают регулярно, и многие мои зрители их уже получали с этих кодиков. То есть всего в этом розыгрыше у нас будет три призера. Для участия в розыгрыше необходимо быть подписанным на наш канал, список подписок должен быть открытым. Также нужно прожать лайк под этим видео и написать комментарий под ним, либо на тему Джузеппе Верди, либо о том, что вы думаете про такой формат розыгрыша и стоит ли мне подобное проводить в дальнейшем. Кстати, скоро мы еще разыграем дублоны и кодики, а потом снова еще несколько премиум кораблей 9 уровня. Так что подписывайтесь и прожимайте колокола, чтобы не пропустить. В комментарии нужно обязательно указать свой игровой ник, причем в точности, как он пишется, а также сервер игры. Разумеется, запрещается с нескольких аккаунтов YouTube указывать один и тот же игровой ник. Победители будут проверяться на этот счет и сниматься с розыгрышей в случае махинации. 23 числа на стриме в прямом эфире я при помощи нашей обычной программы по определению победителя выберу призеров случайным образом. Ничего мне сообщать в личку в этот раз не надо будет, так как корабль будет начислен по нику, указанному в комментариях, а коды я вышлю в личную почту на официальном форуме. Так что еще раз повторюсь, что специально для розыгрыша стрим смотреть не обязательно. Достаточно лишь выполнить озвученные выше условия и ждать. Награда вас найдет сама. Желаю всем удачи, а также крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Супер Джедай.